предписывают, как себя вести. И что нас ожидает по пути? Заявляем вам серьезно, без сомнения, что происшествий на дороге избежать, надо выучить все правила движения. Основные знаки помнить и уметь читать. На дорогу выходя, действуй капли погодя. Помни, ты не великан, посмотри по сторонам. Если ты идешь до дома, а на улице темно, знай, что блинкер твой помощник. Засветиться с ним легко. Несешься на велике, прохожих пугая, и хочешь дорогу ты вмиг пересечь. Стоп! Помни, затея такая опасна для жизни. Ты с велика съешь. Водитель, помни, ты в ответе. Твой конь несет. Остановись на красный свет! Когда в машине ты с семьей, на дачу едешь или пляж, то проследи, чтоб все родные исполнили простой наказ. В машине можно улыбнуться тому, кто справа, слева сел, но тотчас нужно пристегнуться, чтобы вперед не улетел. Компьютерных игр жизни навалом. В реальностях наших всего лишь одна. И будет счастливая родная семья. Инспектор.